Современные измерительные приборы, основанные на оптических технологиях, создадут в Новосибирском научном центре. Сегодня открыли новую лабораторию в рамках передовой инженерной школы НГУ. Она станет своеобразным мостом между научными разработками и производством. Мои коллеги побывали на открытии. Инженер Алена Сагирова запускает тестирование оптоволокна. Новую лабораторию создают в Институте автоматики и электрометрии. Это стенд, позволяющий исследовать датчики при температурах от минус 70 до плюс 180 градусов. Относительную ошибку температуры, абсолютную ошибку температуры, допустим, это температура, так как это температурные камеры, также пространственное разрешение, температурное разрешение, повторяемость, то есть все параметры датчиков практически можно измерить в этих камерах. Подобные исследования необходимы для быстрого прототипирования и внедрения в серийное производство новых измерительных приборов. Главная особенность лаборатории оптика и сенсорика – непосредственный контакт с заказчиком. Действительно, у нас есть и сильные индустриальные партнеры. Здесь присутствует генеральный директор НЗПП «Восток», одного из крупных предприятий Новосибирской области, работающего в области приборостроения. У нас есть технологические предприниматели, которые, собственно, сами вместе с нами и создают этот центр. И у нас, безусловно, есть опора на крупный институт фундаментальной направленности, такой фундаментальной прикладной направленности Института автоматики и электрометрии. Превратить науку в технологию, а технологию в конкретный продукт, востребовано не только на внутреннем, но и на мировом рынке. Первый проект лаборатории планируют внедрить уже в 2025 году. Это новый тип измерительных систем, которые там применяются там уже достаточно широко в различных таких критических областях промышленности, в энергетике, нефтегазовой промышленности, авиастроении, там, для мониторинга сложных ответственных конструкций. Ну вот команда, которая здесь работает, она занимается тем, чтобы создавать новые приборы, которые будут совместно с нашими индустриальными партнерами серийно производиться и, собственно, продаваться там крупнейшим там российским потребителям. Эта лаборатория уже пятая, созданная в рамках передовой инженерной школы. Работают центры в области аэрокосмического приборостроения, технологии непрерывного цикла, нефтегазового инжиниринга, а также биотехнологий. Все это в полной мере отвечает задачам развития экономики Новосибирской области. Повышение качества жизни наших граждан – это главная задача, которая сегодня стоит перед страной. И те продукты, которые сегодня уже фактически разработаны на первом этапе функционирования школы, это, конечно, серьезный вклад в повышение качества жизни людей. Еще одна важная задача – подготовка инженерных кадров. Проектные команды, выпускники и аспиранты университета получат уникальные компетенции и опыт работы с реальными заказами и в дальнейшем смогут перейти на работу к тем самым индустриальным партнерам. Екатерина Новгородцева, Александр Шурудило, Родион Токарев, новости ОТС.